Ну что ж, следующий наш разбор, кто круче, кто кого, кто на лихом коне, а кто в полной, я извиняюсь, сами знаете в чем, посвящен людям, которые в нашей популярной музыке будут покруче на сегодняшний день, чем Киркоров с Басковым. Я прям так и представляю, девчонки, когда увидят мое видео, закричат: «Ой, моего любимого Сережу показывают!» Или: «Давайте, давайте Тимку, я его сейчас даже чпукну на фотке!» Речь, конечно же, пойдет о Сергее Лазареве и Диме Билане. Итак, кто из них круче, кто успешнее? Давайте выяснять при помощи социальных сетей и Ютуба. Поехали! Ну, давайте начнем с Твиттера. Итак, у Сергея Лазарева опубликован 20 тысяч твитов. У Димы Билана только 16 пусть будет твитов. Это меньше. Ну что ж, одно очко получает Сергей Лазарев. Дальше. Читает он твитов 154. А Дима Билан читает 182 твита. И очко отправляется Диме Билану. Дальше. Читают твит Сергея Лазарева. Заметьте, я разбираю только официальные страницы. Твиты читают твит Сергея Лазарева 786 тысяч человек. Читают Диму Билана 1 миллион 44 тысячи человека. И очко вновь отправляется Билану. Отметки нравятся. Он поставили или мы поставили, тут я не знаю. Но, в общем, отметки нравятся у Димы Билана 38, а у Сергея Лазарева только 4. И вновь очко в пользу Билана. С твитом все. Теперь заходим на Facebook и также разбираем официальные странички и их. Итак, нравится официальная страничка на Фейсбуке Димы Билана. 3342 тысячам людей. У Сергея Лазарева нравится 227 685 людям. Ну что ж, и вновь очко отправляется, как мы видим, Диме Билану. Дальше. Подписаны 315 тысяч человек. Ну, по чуть больше. У Сергея Лазарева подписаны 280 тысяч человек. И вновь очко отправляется Диме Билану. Идем дальше. Теперь отправимся в Инстаграм. У Лазарева 4941 публикация. И у Димы Билана 4699 публикаций. И очко в пользу Сергея Лазарева. У Сергея Лазарева в Инстаграме 2,2 миллиона подписчиков. У Билана просто 2 миллиона подписчиков. И вновь очко я присуждаю Сергею Лазареву. Оформил он подписки 384. У Билана подписки аж 500. И вновь очко отправляется триумфатору Евровидения 2008 года. Теперь заходим в ВКонтакте. Подписчиков 523к подписчика у Билана. У Сережи Лазарева 1996к подписчиков. И вновь очко получает Дима Билан. 286 друзей у Билана. И лишь 17 друзей у Сергея Лазарева. Вновь очко отправляется Билану, ну, за коммуникабельность, что ли. Дальше идем по показателям фотографий. 3369 фотографий. У Лазарева лишь 941 фотография. Вновь очко отправляется Диме Билану. Видеозаписи 751 видеозапись. У
Сергея Лазарева лишь две видеозаписи. Таким образом, вновь очко отправляется Диме Билану. Итак, теперь на YouTube, на их официальные каналы. Значит, у Димы Билана подписчика 60 тысяч, 1202 человека на него подписались. У Сергея Лазарева 262 601 подписчика. И таким образом я присуждаю еще одно очко Сергею Лазареву по количеству просмотров. Трех самых популярных. А у меня завис комп, друзья. Нет, все восстановилось. Да, это все она набрала 90 миллионов просмотров у Билана. Что там у Билана? Самое популярное видео. Невозможно, возможно, 7,2 миллиона просмотров. Таким образом, я присуждаю очко Сергею Лазареву. И я готов огласить вердикт. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, шесть. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, шесть, семь, девять, десять. Итак, со счетом барабанная дробь. Со счетом 10-6. Победил Дима Билан! Поздравляем его с успехом! Он круче Сергея Лазарева на данный момент в интернете. Поздравляем! Если вам понравился мой разбор, мое видео, то подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Пока, друзья!